Всех приветствую на канале Game Demon. И сегодня у нас обзор игры, ну или же прохождение, называйте как хотите, игры Brain Test. День первый. Вот у меня сегодня такое утро замечательное, день рождения, все дела. И решил себя помучить видео. Надо записать видео, потому что без видео как-то моя жизнь никуда не тянет. Кролик должен собрать все золотые монеты. Раз, два, три. Че, все, ну? А, собирай уже. Ну, ничего себе ты долго, конечно. Вот, и типа, решил утро, так сказать, с ролика начать. Вот. Перепрыгивай давай. Вот такие вот дела. Вот, день рождения вот тут 5 апреля. У меня, будете знать. Да если, может кто-то и знал, может кто-то не знал. А, дальше погнали. Так, какое животное самое большое? Самое большое? Самое большое? Слон. А, типа, а, ну ладно. Окей, понял. Чтобы нужно сделать, чтобы цветок расцвел. Ну, и все, что ли? А, да, ну ладно. Положи слона в холодильник. Ну, и... А, ладно. Что ближе всего к вам? А... С какой стороны посмотрим? К нам. А, ну ладно. Нормально, пока что. Не, все, а, спасибо. Сколько у нас кусков, кусочков пиццы? Вы какие, гады? Я... А, шалеть, ни хрена себе. Все на одну положили, что ли, в смысле? Итак, считаем. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8-9. Должно быть. А. Ну, должно быть 8, как ну, типа стандарт, да. Ну ладно. 9. Окей. Окей. Легко, изи вообще. Ну как делать нечего. Я занял второе место гонщика. На ком теперь я месте? На месте гонщика. На втором. В смысле? Ну и что дальше? Окей, окей. Смахни влево. Ну. Окей. Ладно. Нормально. Пока что легко. Покорми кота, он голоден. Ты голоден? Похавай. Покорми кота, он голоден. Вот видали, да? Вот. Где тут зеленый? Вот он зеленый, пожалуйста, я все знаю, да? Что тут надо сделать? Я не понимаю, подождите. Что не так с этой картинкой? Сейчас будем разбираться. Итак, что не так с этой картинкой? Давайте присмотримся. Клоун. Что? Хэллоуин. Что надо сделать? Что не так с этой картинкой? Это, а, пират, фея. Вот это вот что? Клоун, шампанское. Шампанское не одобряем. А что мне надо сделать? Я просто немного не понимаю, что мне надо сделать. Именно что-то надо сделать или как? Все, в смысле. Что не так с этой картинкой? Что не так с этой картинкой? Народ, ну-ка давайте говорите. Что не так с этой картинкой? Ну, мы видим пирата, мы видим бабу рыжую, вампира, клоуна, чудо-бабу, фею. Посмотрим немного на их руки. В смысле? Я думал, это типа... Я не думал, что это подсказка, господи. Извиняюсь. Те же пассатижи, вы же угораете, что ли? Нахрен такое делать? Ошалеть.
А в чем прикол? Ой, не поймал. Пять. А, блин, дебил, падающих яблок. Эй, в смысле? Поймай три падающих, два падающих яблок. А, господи. А, понятия не имею, как это яблоки летает. Прыгай. Может это сузить ему как-нибудь пушок? Ты можешь, типа, взлетай, взлетай. Не? Не хочешь? Ну, пожалуйста, взлетай. Так, дай, может. Это нельзя поставить. Тут ничего, перепрыгнуть должен. Россия, пушок. Этот гриб. А. Всю юлы. Вот и все дела. Дальше. Кот переросток. Что это? Выключи, это слишком опасно. Ну, точно не ножницами ведь, эй. Все. Все, пожалуйста. Да, так просто. Да, так просто. Че, серьезно, математика? Я не хочу. Вы че, играете? 5 на 5, 25, 25, 25. Плюс 4, 29, 29, минус 2, 27. Изи. Нажми по порядку. 1, 49, 80. 1, 49, 80. Дальше я не смотрел. 11. А, 5, 7, 11. 11. Ага. 1, 49, 5, 7. 1, 49, 85, 7, 11, 101. Пожалуйста. Нормально. Какое число здесь спрятано? 40. Ну, там, тут было спрятано 40. 28 дней. 12 во всех. Логично. Минимум 29. Да, точно. Не, ну, ой, господи. Ну, есть лопата, есть камни. Можем как-нибудь прибить и закопать. Яй, яй. Где черная овечка? Фу, господи. Черную овечку осуждаем на всякий случай. Нормально. Неплохо. Какая последняя буква в алфавите? Буква Е. Такое нормально. Незваный гость проник на кошачью вечеринку. И вот этот. Нет, не он. Слышишь ты? Одежда. Вот он, крыс, сидит. Ошалеть. Наглый такой. Ну ладно, что я все о себе, да о себе. Рассказывай, как сам, как поживаешь. Что можешь рассказать? Как вообще дела? Любишь играть в головоломки там всякие? А? Любишь? Че вообще вот? Чем занимаешься? Рассказывай, когда у тебя день рождения. Вот у меня сегодня, надеюсь, денек будет нормальный. Надеюсь, ближе к обеду я, наверное, скорее всего, это видео опубликую. Так что, если ты в обед это смотришь, знай, приятного тебе аппетита, если ты кушаешь. Вот. А, да? Консерва, мышь. Нормально. Помоги им влюбиться. Пожалуйста. А, надо этого разбудить. Как мне его лопнуть? А во. Все. Ой, господи. Чего вы все вылетаете? Нормально, да? Неплохо, неплохо.
Как же я плохо бросил кубик, помоги мне, пожалуйста. Вот точки можно взять, точки нельзя. Тут, так, что, чем тебе помочь? А, во! Она была, потрясти телефон. Вы этого, наверное, не поняли, но я потряс телефон. Нажми на телят, телят, вот телят. Нажми. Ну тут нет ник. В смысле? Все, ладно, это прошли. А дальше-то что, в смысле? Ой, ну ты везунчик, спасибо. Нажми на телят. Это корова, это корова. Они обе коровы. А. Твой. Господи. О, господи, что это такое? Какой кот справа? А смотри, от кого? Твою ж дивизию, а? Гениально, блин. Не знаю, вот мы на 30-м. Ой, сколько здесь. Ой, давайте по-быстрому. Че, надо самому, да? Давайте по-быстрому. И значит, я пока что ни одного не вижу. И значит, рассказывай, чем ты занимаешься, любишь ли ты искать отличия. Как ты вообще смотришь на игры, которые вот такие вот. Ноль отличий, кстати, ничего не нашел. Как ты смотришь на это все, вот типа. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6, да еще 2. 8 должно быть. Да. Потому что там насквозь ее. Самые дырки-то появились насквозь. Ладно. Закачиваем. Заканчиваем на сегодня эти уровни. Если хотите продолжение, то обязательно. Ошалеть. Тут сколько уровней пододобавляли? Я думал, тут всего 100 уровней. Нет. Если вы хотите увидеть это продолжение игры, то... Пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. Мне было очень приятно сегодня, в этот день рождения, с вами посидеть, подумать, поразмышлять, посмеяться даже в каких-то моментах, не знаю, посмеялись ли вы, дамы и господа. Пишите комментарии. Какие еще игрушки на вот это вот тесты всякие, может поиграть, может в Яндексе там набрать тест какой-нибудь, может Акинатора поиграть. Не знаю, если ты смотрел до конца, ты огромный молодец или огромная вообще лучшая, короче, молодец. Либо лучшая. Все. Досмотрел, люблю, целую, вообще уважаю. Не забывай ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Проси друзей, чтобы подписывались на канал. И всего тебе самого наилучшего. С вами был я. Вы были на канале Game Demon. И всем всего самого наилучшего. Всем до новых встреч.